Вот такая маленькая. Но он ее берет, а она шевелится. Оказался нильский крокодил. Кто-то выбросил. Да. Причем осторожнее, у нас тут просто на тележках ездят все. И мы его вырастили. Это у нас кормокухня, кстати. Вот что понятие представления иметь, что такое центр. Вот это кормокухня. Здесь готовят, потом разносят. Короче, и здесь вот, ну как карантин. Вот Айс новый приехал, вот он сидит отдельно. Его нужно обязательно отдельно держать. Вот косуля, косуленок. Это вот маленькая косуля. Они вот в лесу у нас живут, в нашем, в Питере. Есть. Понятно. Крокодил там у нас. Вот он из маленького крокодильчика, вот из такого. Вот сейчас у нас вот так подрос. Сейчас планируем ему дом строить отдельно. Не знаю, зачем он держит вообще. А вода холодная или теплая?